Ну что, не только на улице тренировки у нас, но и спорт даже в апартаментах. Оказалось, что в этих апартаментах есть такой микротренажерный зал. Ну, лавка есть, да, с отрицательным уклоном, можно горизонтальную сделать, и пара гантелей килограмм по 10, и коврик для йоги. Надо все использовать. Я уже позанимался, плечи покачал, бицепсы. Ну, конечно, такими гантелями не прокачаешься, но пампинг нормально сделать можно. А вот пресс я уже такую забил конкретно. Это уже у меня завершающие подходы пошли. Ну, в общем-то, можно. Можно сама поработать. Сама судьба нам предоставила такую возможность. Ну да. В общем, знаешь, что мы со спорт любим, и все. Спорт, спорт, турбоспорт. Да. Пресс. Ну ладно, заканчивай снимать, это я долго буду делать.